момент встречи. Я показываю всем весом. И тот, кто вот здесь, не сколько. В этот момент она будет. Не захватит вниз. Остановится. Я не скручиваю плечо вот здесь. В этот момент он может повернуться, поворачиваться. Да, и да. Вот его голова и настрой мой противоположный плечо. Да, и все вот здесь начинается прижиматься. Сам здесь. В этот момент хочу. Ну и вот на юнге как раз я бы сказал, что нужно здесь я бы сделал. Хотя есть варианты, когда тоже разворачиваются. Но я выделяю юнге как движение вперед. Итак, сейчас работаем над вот этим движением. Как волнорез корабля, вот так. Вы должны встретиться в центр, всю свою массу вывести в одну точку и отсюда опрокинуть его. Я падаю на него, он падает на тотальник. Я падаю на него, он падает на тотальник. Мы вместе падаем в одном направлении. Только у меня более выгодный позиция. И, соответственно, сейчас думаем над тем, как не удариться лицом, а вывернуть.